От шока мужчина даже не помнит, как он оказался уже в машине. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Этот дом находится на отшибе уже почти вымершей деревни. Жилец этого дома пропал без вести, и его так и не нашли. Спустя несколько месяцев местный сельчанин, проезжая мимо этого дома, увидел свет в окне. Он подумал, что вернулся пропавший хозяин, и, подходя к дому, он услышал жуткий вой, будто бы в доме выл волк. Только он начал подходить к окну, чтобы посмотреть, что там происходит, как вдруг резко открывается входная дверь, и оттуда выходит старик в длинном пальто. Мужчина спросил у старика, кто он. Он ответил, что он брат того самого пропавшего хозяина этого дома. Не стал задавать много вопросов, так как спешил по делам, и, попрощавшись со стариком, отходя от этого дома, он на миг решил повернуться и увидел то, от чего чуть не посидел. Старик, повернувшись к нему спиной, заходя в дом, был без головы. От шока мужчина даже не помнит, как он оказался уже в машине. И, приехав домой, он рассказал местным сельчанам. Те, конечно же, не поверили. После того, как они уже сюда пришли, в этом доме никого уже не было. Вот такая жуткая и таинственная история этого дома. Сегодня, друзья, я установлю здесь камеры и проверю это место на паранормальное. Итак, друзья, небольшая экскурсия по этому дому. Я еще толком сам тут не ходил, только занес вещи и штатив. Дом совершенно пустой. Вот, друзья, там находится дорога, и вот мужчина как раз уехал по этой дороге и увидел здесь свет. Это уже было очень-очень давно. Сейчас я установлю камеру в этом углу, чтобы она снимала всю вот эту комнату. И установлю камеру, скорее всего, здесь. В этом углу. Первая камера, вторая камера готова. Я сейчас выйду с дома. Побуду немножко на улице, либо в машине.
и принесу сюда ЭГФ. Также проведу сеанс с ЭГФ. Так, друзья, все, включил ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Кто ты? Ты можешь ответить, кто ты?
Не понял. Не понял, что он сказал. Кто ты? Ответь. За что ты меня убьешь? Ты можешь ответить, кто ты? Ты хозяин этого дома? Ответь. Ты хозяин этого дома? Не понял. Надо мной вроде бы. В смысле, ты сейчас надо мной? Ты на чердаке? Ты на чердаке? Сейчас сходим посмотрим. Свет возьму. Сейчас сходим, да, посмотрим. Стук был. Почему? Вот сейчас был звук чердака. Почему мне не ходить? Сейчас я. Понятно, гул. Ага, здесь хода нету. А, вот. Вот ход.
свет. И как тут ни лестницы, ничего нет. Как мне сюда забраться? Дальше я не могу залезть. Сейчас камеру поставлю. Главное не провалиться. Теперь главное не провалиться здесь. Ты, будто бы кто-то там лежал. Бля, прямо за моей спиной это чемодан. В общем, все, друзья, я пробыл еще где-то около часа, никто не отвечает по ЭГФ. И прекратились все звуки. Я не знаю, что произошло, почему именно так. Может, там какие-то именно промежутки времени, когда вот происходит вся вот эта паранормальная активность, либо что-то другое. Я не знаю, в общем. Я не знаю, возможно, я сюда еще вернусь. Место как бы... 100% с паранормальной активностью. Поэтому, скорее всего, я сюда вернусь. Ну а так, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сюда вернулся. Жду ваших комментариев, друзья. Всем пока.